Как будет твой любимый фильм ужаса? Наверное, Хэллоуин. А как, детка, тебя зовут? Тебе какое дело? Что за игра тут? Я просто хочу знать, на кого гляжу в окошко. Я к тебе прокрадусь, тихонько как кошка. Не смей вешать трубку, дешевая шлюха. Иначе я как рыбе вспорю тебе брюхо. Кто же Ghostface? Кто же Ghostface? Мочит, как хочет. Да кто же, блин, тот Ghostface? Это наш знакомый? Кто-то из друзей? А быть может, не один, там несколько людей. Кто же в этой маске перед нами возник? Крик! Эй, ребята, школу закрыли, давайте устроим вечеринку, посмотрим фильм ужасов и проясним картинку. Чтобы выжить, надо запомнить пару правил. Не бухать, не трахаться, не говорить, я вернусь. Ровно год, как мамы, не стало совпадение? Или только начало? Естественно, я не готова отдаться, именно потому мы потеряли рейтинг PG-13. Кто же Ghostface? Кто же Ghostface? Мочит, как хочет. Да кто же, блин, тот Ghostface? Это наш знакомый? Кто-то из друзей? А может, не один, там несколько людей. Кто же в этой маске перед нами возник? Крик! Хотите спойлер? Убийца это я. Ну и моим другом устроена резня. Я замочил мамашу твою. Она спала с моим отцом и разрушила семью. Шлюха раздвигала ноги, прям как Шерон Стоу. Да куда там, чувак? Она ведь не Шерон Стоу. Кто же Ghostface? Кто же Ghostface? Мочит, как хочет. Да кто же, блин, тот Ghostface? Это наш знакомый? Кто-то из друзей? Он, может, не один, там несколько людей. Кто же в этой маске перед нами возник? Крик!